взрослая это пью. Я смотрю, купила ты что-то? Спасибо, ты чё? Мам, почему ты меня так рано разбудила? Еще только 7 утра. Все потому, что у тебя сегодня челлендж. Ты стала взрослой на 24 часа, а взрослые встают рано. Как провести сегодняшний день, решаешь ты. Вот твоя карта Тинькофф Джуниор. Это настоящая дебетовая карта, которая помогает копить и обращаться с деньгами. Какая она стильная и красивая. Мам, только мне, наверное, не хватит денег. Может, чуть-чуть перевести? Конечно, я могу пополнить твою карту в любой момент бесплатно. Также за покупки ты получишь 1% баллами, за покупки в интернете ты получишь 2% баллами, а также за покупки по спецпредложениям партнеров банка вернется до 30% стоимости. 1 балл равен 1 рубль. А баллами ты можешь компенсировать покупки в кафе и магазинах. Мам, спасибо! Дополнительно ты можешь снимать до 20 тысяч рублей в любых банкоматах, а также по карте я могу отследить твою геолокацию. Еще в приложении вместе с родителями можно пройти курсы по финансовой грамотности. Это очень познавательно. При оформлении карты по нашей ссылке до 24 сентября можно получить бонус. После первой покупки будет начислено 500 баллов, которыми можно компенсировать покупки. Переходите по ссылке в описании, чтобы оформить карту Тинькофф Джуниор и оплатить покупки так же, как я. Мы с моим оператором Юлей пошли попить кофе, как все взрослые. Пожалуйста. О, мой эспрессо. Какой красивый. Как взрослый это пью. Ну что, я сделала дома все свои дела. Сейчас позвоню Алинке, пойдем вместе пообедаем. О, мама звонит. Алло. Давайте, подходите в наше любимое кафе, пообедаем вместе. Да? О, сейчас буду. Какая красота! О, мама! Спасибо. О, наконец-то мой чебурек принесли. Алин, ты же взрослая, а взрослые на правильном питании. Вот твой салатик. Может, не надо? Надо, надо. А чебуречек я возьму себе. А салат чем вообще? Это баклажаны, зелень, помидорки. Все, как ты любишь. Ладно, взрослая так взрослая. Попробуй. А я буду есть чебурек. Ну все, я побежала по делам. А вы кушайте и идите гулять. Мы приехали делать маникюр. Вот так тут мои ногти. Пойдемте со мной. Спасибо. Розовый нравится. Маникюрчиком я довольна. Посмотрите, какая красота получилась. Розовенький цвет, конечно. Пойдемте дальше. Интересно, что там Алина? Что она будет делать? Мне кажется, она просто себе что-то купит. Всякой ерунды, каких-нибудь конфеток, еще чего-нибудь, не знаю. Ну, вечером посмотрим. Возьму себе текстовый делитель, смотрите. Классный. Так, фиолетовый, розовый я, наверное, возьму, посмотрим. Оранжевенький. Ой, прикольный, смотрите, такой оранжевый. Фу, какой цвет. О, сколько здесь всего интересного. Возьму вот это. Что-нибудь сладенькое. О, печенька, смотрите, какая. Возьму шоколадный зонтик. Бирюзовый и фиолетовый. Прям хочу, чтобы я его взяла. Так, зайду посмотреть косметику. И домой. Смотрите, какая косметика. Прикольно. Так, вот, у меня губки, где у нас есть, посмотрим. Горняшка вообще, классная, очень. Прикольно. И будет вообще, давайте нарежем. О, вот это классно. Попробую на себе. Thank you.
4. Ну все, мама теперь не догадается. Ну что, теперь можно и домой. Наверное, мама меня поругает. Что, я уже дома? Сегодня было очень много дел. Жду Алинку, интересно, что она там делала. О, стучат как раз. О, мамуль, привет! Я уже пришла. Я смотрела, купила ты что-то. Сейчас посмотрим, что. А почему ты в перчатках? Да так, просто. Мне так нравится. А, маникюр сделала яркий в школу, да? Наверное. Ну, показывай, что ты купила. Вот что я купила. Взрослая, говоришь? Шоколадочки, текстовыделители, салфеточки симпатичные, с этими блеск для губ. Алина, а в очках-то ты почему? Мне солнце светит очень сильно. Алина, здесь нет солнца, давай снимай. Нет, нет, спасибо. Спасибо, ты чё? Ты сделала макияж, что ли, Алина? Собственного производства. Это заметно. Вот так мы провели сегодняшний день. Ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока-пока! Алина пошла умываться. В школу.